В этом видео сравним цвета колготок, тех, которых у нас раньше были в каталоге 60 ден из микрофибры. Вот так выглядела их упаковка ранее. Сейчас их постепенно выводят из ассортимента, и у нас появились колготки 80 ден. Вот здесь в уголочке видно написано. И у них изменилась упаковка, ну и изменились колготки и их цвет. И мы сейчас с вами посмотрим, какие были и какие стали. Ну, давайте начнем с коричневого оттенка. Я уже поняла, что новая линейка, она вся темнее, чем предыдущая. И сейчас вот даже не на ощупь и не на взгляд можно понять, какие из старой коллекции, какие из новой. Вот эти, что сверху, это из старой коллекции, это новые. Они более темные, более близко к цвету темного шоколада. По качеству сравнить могу, да, мне кажется, вот честно, на ощупь, как будто бы 60 ден даже немножко плотнее. Они более эластичные, что ли, и более упругие. Новые колготки 80 ден, они более мягкие и, ну как вам сказать, я не могу сказать, что они более рыхлые, но они даже по весу, их берешь в руки, и предыдущие колготки 60 ден, они немножко тяжелее. Я не понимаю, с чем это связано, возможно, с составом, но вот оно так и есть. Я решила провести эксперимент. Берем колготки. Вот эти посветлее, это предыдущие. Вот эти колготки у нас... Так, убираем. Эти колготки у нас новые. Так, сейчас сбросим. И взвешиваем. Давайте взвесим сначала старые колготки. 71 грамм. Теперь взвешиваем новые колготки 80 ден. 44 грамм. Я не понимаю, как это так, но это даже, я говорю, это ощутимо было даже на руке. Даже ощущение, честно, что они более тонкие, чем 60 ден. Не знаю, наверное, за счет количества эластана или чего. Давайте посмотрим, давайте сравним состав. А у нас раньше было 85% полиамида, здесь 88%. И 15 эластана, а здесь еще есть 3% хлопок, эластан. Я думаю, что это из-за разницы в составе. Ну ладно, провели эксперимент, хорошо. Теперь смотрим дальше. Здесь тоже сразу видно вам, были колготки вот такие синие, ярко-синие, я бы даже теперь уже сказала, да. А теперь вот такие черно-синие, прям чернильно-синие. Я уже делала на них обзор, показывала, что... Ну, под разным углом они все равно смотрятся больше черными, чем синими, но при определенном освещении все-таки они синего цвета, и я их еще не носила. Давайте взвесим синими. Это все размер S, поэтому здесь одинаково получается должно быть на них ткани. 70 граммов старые и 41 грамм новые. Вот такие дела. Ну и посмотрим... Красные, бордовые колготки. Сразу видно разницу. Это было, это стало. Действительно, теперь колготки стали более бордовыми, чем были раньше. Они все-таки, большинство склонялось к тому, что они красные. Ну, я вот красный цвет определяю больше как алый, а это для меня был больше ближе к бордовому. Но все-таки, действительно, они красными больше смотрятся. А здесь уже, ну, никак не поспоришь, они действительно бордовые, такой... цвет винный, винной капли, я бы сказала, да, не вина в бокале, а винной капли. Ну и давайте посмотрим, сколько весят колготки. Красные 68 граммов, а бордовые 47. В общем, новые колготки легче, будет в них легче ходить. Ну это так, шутка, конечно же. Ну и все-таки более рыхлые они на ощупь. Здесь более эластичные, это прям видно. Ну и эластаны видели, насколько больше. А здесь добавлен хлопок. Вот лишь бы они хорошо носились при этом. Но пока еще я лично не носила, подруга вот носит. Подруга, конечно, довольна. Она взяла себе коричневые и бордовые, а я пока только синие вот эти вот. И хочу еще изумрудные, но жду, когда будут скидки, чтобы купить со скидкой. Теперь сравним оттенки зеленых колготок. Сверху лежат 60 ден колготки, те, которые у нас были. Они более теплого травянистого оттенка.
А 80 ден, они называются изумруд, и они действительно ближе к изумрудному цвету. Очень красивые, у них холодный уже оттенок, и вот так вместе становится более заметно отличие и более понятно, какой где цвет. Напоминаю, сверху это 60 ден предыдущей колготки, а вот из упаковки это изумруд, те, которые сейчас у нас в каталоге представлены под названием изумруд. И последнее, что мы сейчас сравним, это серые колготки. И вот они даже в упаковке, серые до сих пор есть в каталоге, я их купила, и как-то вы сейчас их, наверное, видите ближе к бежевому оттенку, но они темно-серые, знаете, графитовые, но не карандаш графитовый в стержне, а именно когда ты напишешь на бумаге, это вот такой графитовый оттенок. А новые 80 ден, они выглядят как раз как карандаш в стержне, простой графитовый карандаш. Ну и они, конечно же, темнее. То есть если зеленый у нас, мы видели, в совершенно другом оттенке, серый тоже в другом оттенке, и можно их назвать действительно серо-бежевыми, а этот холодный серый оттенок, и разница видна, заметна, и она велика. То есть новая линейка 80 ден, она вся темнее, чем та, что была 60 ден. Давайте под разными, может быть, на фоне зеленых будет все это. Вот, серый оттенок больше прорисовался, чем без другого оттенка. Вот так бывает, на камеру снимаешь, и какой-то оттенок, когда появляется в камере, то меняет все, что было до него. Посмотрите, теперь прям очень хорошо видны отличия, и очень хорошо передан цвет. И колготки 60 ден все-таки имеют бежеватый теплый оттенок, хотя когда отдельно смотришь, он не так заметен, а на фоне других это очень даже заметно. Ну и все, я вам показала практически все оттенки, которые есть. Давайте глянем, вот они у нас в каталоге. Ну, черного у меня нет ни одних, ни других, не могу вам показать. Серый мы с вами посмотрели, синий, бордо, шоколадный, изумруд. Показала вам все, что есть на данный момент в каталоге. 349 рублей цена, и 20% скидка будет, если вы зарегистрированный консультант. Если нет, то ссылка для регистрации будет внизу. И это моя команда, вы будете под моим руководством, я буду вашим помощником. На этом все, надеюсь, обзор вам был полезен. Большое спасибо за внимание, жду вас снова на моем канале. С вами была за кадром Марина Соловьева.